Друзья, еще раз добрый вечер. Что думаете, я делаю? Я поливаю картошку. Надо окучивать. Ну, посмотрите, какая она уже большая. Включила шланг. Пока сейчас пополиваю из шланга. Потом включу на распылитель. Но просто уже ждать больше нельзя. Она уже вон какая. Мне по коленке походит. А у нас еще ни разу мы не окучивали. А жара стоит за тридцатник. Ну, это что такое? Так что вот, девочки, мальчики, поливаю. Поливаю из шланга. А потом будем окучивать. Ну вот, включу на всю ночь воду. И буду ходить переставлять. Ночью по-другому никак. Потому что только к четвергу стоит гроза. И то без дождя. Поливаем, поливаем, поливаем. Лей, 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 дождик лей на меня и на людей. А на картошку побольше, чтобы она росла больше.